Очередной сюрприз для всех фанатов Батырхана Шукенова. В архивах «Азия Даусе» более чем 20-летней давности был обнаружен самый первый клип великого певца. Видео на песню, уже ставшую классикой, носит название «Кыймасым», а уже совсем скоро будет презентовано всем желающим. Уникальные кадры, которые на долгое время были потеряны, просто обязательны к просмотру всем поклонникам творчества Батыра. И да, не забудьте, что начиная с сентября в Алматы и Астане работает выставка редких архивных фото под названием «Батыр Лайвс». Вход свободный.